Привет, зритель. Обычно я пишу сначала ход, потом парфюм. А сейчас решила наоборот. Сейчас у нас будет парфюм в ноябре. Ты не поверишь. Вот эти духи весь велосипедный сезон ездили у меня в сумочке велосипеда. Велосипедный сезон, к сожалению, у меня закрылся для меня позавчера. Потому что я уже вот, ну как бы, я подозреваю, что именно я в одном месте... Вместе со своим близким родственником, он вообще там три колеса проколол. У него трехколесный велик. Прокололи на механике колесо. Новую камеру. Но советские камеры один раз проедешь по какой-нибудь фигне, ей хоть бы что. А современные камеры раз на раз не приходится. Ну, короче, в общем, осталось. А как бы можно заказать камеру, можно подклеить другую камеру. Ролик-то вообще-то про духи. Ну, в общем, это... А я как-то... Ну, уже холодно. Я думаю, надо достать оттуда духи. Почему они там ездили? Они очень удобный флакончик, очень удобный спрейчик. Вот так вот нажал. И будьте счастливы. Есть некоторые места, где есть некоторые люди, которые имеют такое хобби натравливать собак на людей на велосипеде. И вот, где я там периодически ездила, мне оно как раз вот было в тему. Это у нас Faberlic of Fieric Sensuelle. Я помню, мне когда гель для душа подарила подписчица Лёлечка Fieric Sensuelle, как раз Faberlic, он мне что-то очень понравился. А потом она мне подарила вот эти духи, и там как раз был наборчик еще и гелик для душика. И что-то у меня сначала духи пошли, а потом встали. А вчера я их достаю из сумочки велосипеда. Не понимаю, блин, они такие кайфовые. Они на ноябрь пойдут вполне себе. Но я не знаю, как передать, как они пахнут. Потому что они вроде как чем-то таким кремовым пахнут. Ну, вот как вот крем на тортика. Чем-то таким сладеньким. И тепленьким. Ну и вот. Вот, спасибо, Лёлечка. Они у меня все еще живы. Надеюсь, ты не обидишься, что они ездили в велике. Но они меня пару раз спасали от таких вот собакевичей. Вот, они у меня на ноябрь идут. Мне тут Света дарила духи. Дали. Я совсем недавно заметила, что вот тут внизу написано «Дали». В общем, «Дали Лагуна». И что-то они у меня стояли, жрать не просили. Я их открывала, смотрела, думала, что пустая дальше. А тут что-то открыла в октябре. А сегодня еще октябрь, 28-е. Я поняла, что они вполне себе нормально, их можно уделать в этом самом в ноябре. Ну, может, не совсем уделать, может, они еще не закончатся в ноябре, но, в общем, они у меня на ноябрь идут. Смотри, какая зрители. Обезьянку скинула, кошка. Розовенькие, такие вот, ближе к зелененькому. Может, это цвет морской волны, но это все-таки ближе к зелененькому. И такие слегка фиолетовенькие. Это тоже от цвета. По-моему, от цвета. У меня кто-то просто какой-то Dior был от Ксюши, а какой-то Dior был от цвета. Если этот Dior от Ксюши, и ты это видишь, то дай знать в камере, скажи, Лёля, ты фря беспамятная, так и напиши, фря беспамятная, это я тебе дарила. А если ты Света, то напиши, Лёля, да, ты фря беспамятная. Так и напиши, фря беспамятная, это я тебе дарила. Короче, Pure Poison Dion. Dior, кошка, не надо меня кусать. Ты меня цапнула, я Диора назвала Дионом. Я даже вырезать это не буду. Короче, вот. Травма кошачья. Не надо, ты же вообще-то не должна любить духи, кошка. В общем, я его сейчас юзаю. Я его юзаю. Я где-то на 1/3 его заюзала. Он тоже очень вкусно открывается. Вот если ты смотрел пустые баночки, то в конце я там втираю про Марка Джейкобса Dreams что-то там, который открылся на мне на дикий холод, когда едешь на велике, ну где-то плюс 4, допустим, я еду на велике, холодно. Он открылся ресноаром. А ты прошу. Моим любимым у них сексовым ароматом снятым. Это тоже открывается этим ресноаром. На холоде. А на тепле он немножко... Вот сейчас он мне даже чутка напоминает те два. Дали с губками. И Фиерик Faberlic. Любители побомбить с пеной у рта, что нельзя сравнивать люкс с нелюксом или духи с... А любые духи каталожные с другими духами.
Полопите, пожалуйста, я почитаю. Потому что я как-то давно уже особо не обращаю внимания на духи. Благодаря моим дорогим зрительницам и подписчикам я давно уже не покупаю духи. Вот года уже 4, наверное, не покупала. Ну, 3-то точно. Последний раз я покупала 3 с лишним года назад ифрашевские духи. Суэликсир Буа-Сансуэль. Они у меня все еще живы. И, по-моему, были заявлены на октябрь. Правда, я им помолотила пару раз. Прыснулась. А эти вот, такая ягодная крышечка, красивая. Так удобно держать в руке такой бутончик. Такие обалденно вкусные. Я сегодня ими даже прыскалась перед выходом на улицу. Я понимаю, что я делаю неправильно, надо не раз так вот, но мне так удобнее. Обалденно, короче, очень вкусные духи, очень вкусно пахнет, сейчас чем-то таким ягодным даже, вот такие черносмолы, родиново, ежевичные, вот такими черными ягодами пахнуло в нос, очень круто. Вот это у меня мой парфюм на ноябрь. Зритель, если ты хочешь меня поддержать внезапно, то ссылка в инфобоксе есть на Donation Alerts, на Boosty. Кстати, если ты любишь помимо вот парфюмов хавчик на камеру или АСМР, то ты можешь поддержать меня подпиской на Boosty. 200 рублей за АСМР в месяц или 300 рублей за хавчик на камеру в месяц. Ну или иным другим способом, например, кинув меня в биткоины. Я буду тебе благодарна, ты поможешь развитию канала, и я на данный момент нахожусь в состоянии копления на денежек на новую камеру, на которую можно снимать при минус 32 зимой в темноте, на улице, в помещении где-то. У нее отличная стабилизация оптическая. Ну, вообще схожу сейчас. DJI Osmo Pocket 2. Вот именно на нее. То я буду рада твоей небольшой помощи. Ну и спасибо за лайки, дизлайки, комменты, подписки. И спасибо за просмотр. И пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.